друзья, привет, подписчики, гости канала. Сегодня у нас Fly. Сейчас модельку покажу. Моделька у нас вот такая. Nimbus 16. Видим уже индикатор влажности у нас покраснел. Телефон у нас водоплавающий. Вообще какой-то месяц водоплавающих телефонов. Сейчас вскроем, посмотрим повреждения. Насколько все сильно пострадало. Но воды, по крайней мере, пока не вижу. Болтов не сильно много, так сейчас выкрутим их потихоньку. Телефон под пломбой был, не скрывался. Возможно, еще даже на гарантии. Но вода — это у нас, увы, не гарантийный случай, так что по гарантии нам смысла нету обращаться вообще. Ну, вроде как болты у нас выкручены все. Далее лопатку и расщелкиваем корпус. Так, аппарат я расщелкнул, крышку убираем, смотрим, что мы имеем. Имеем болты на материнской плате. Сейчас мы их тоже отсюда исключим. Вот один вижу, второй вижу вверху. Исключим. И шлифа. Самое основное, что страдает у нас при залитии. Так, шлифа, тут у нас камера, тоже можно, в принципе, расщелкнуть. Дальше у нас тут динамик приклеенный, вот в этом месте убираем, микрофон вытаскиваем, и вибро тоже мы сюда. Так, разбирается вибрик, не надо нам, чтобы разобрался. Вибро тоже отклеиваем, чтобы не мешался. Также у нас тут боковые клавиши. Подклеены. Чтобы не оторвать, отклеиваем. Пробуем плату приподнять. Так. Так. Вот так. Шлейф дисплея намешается. Убираем. И корпус там, в принципе, наверное, не нужен. Шлифа посмотрим. Так, шлейф перскрина у нас относительно живой, маленько окислый, но не страшные они нам. Камера у нас тоже живая, и шлейф дисплея тоже у нас живой. Имеем залитие верхней части платы. Это у нас обвязка, я так полагаю, по зарядке. Очень сильное залитие. Прям под всеми скотчами. С другой стороны имеем также залитие на разъеме зарядки, в обвязке. Ну и визуально больше залития я не вижу. Телефон пойдет в мойку ультразвуковую, после чего уже механическим путем с помощью зубной щетки будем
убирать отсюда остатки уксусов и проверять дальше. На этом разбор, я считаю, закончен. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также идем в описание. Там есть некоторые ссылки. По ним проходим и смотрим интересную информацию. Спасибо. Пока-пока.